Здравствуйте. В прямом эфире «Азов.Инфо», в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Новые подробности ликвидации аварии на канализационном коллекторе. Несчастный случай в Азовском парке. Из-за неисправной карусели пострадал ребенок. Моторный тримаран «Добрыня». Яхта уникальной конструкторской разработки азовчанина Сергея Пирогова спущена на воду. Несчастный случай в Азовском парке. Из-за неисправной карусели пострадал ребенок. Все подробности у наших корреспондентов. Мама 8-летней Ангелины Анастасия Скобот надолго запомнит праздник День защиты детей. В тот момент, когда девочка каталась на аттракционе в городском парке, произошло ЧП. Качели перевернулись прямо на ребенка. В субботу она с бабушкой пошла в парк культуры и отдыха. Бабушка решила ей сделать подарок на День защиты детей, покатать ее на каруселях, качелях. Но она выбрала карусельку вот цепочную. Купили 2 билета, сели, пристегнулись. Девочка-оператор там пристегнула, все хорошо. С ней еще были, по-моему, 3 малышей. Качель начала кружиться, и буквально там, не прошло минуты, как она начала вибрировать, ходить ходуном. Девочка-оператор начала ее выключать, но, естественно, она же уже раскрутилась. И она накренилась и упала. И упала как раз на ту сторону, где была моя дочь. Уже несколько дней Ангелина с мамой посещают различных врачей. Сегодня хирург поставил диагноз – закрытая травма позвоночника. Для девочки, которая окончила 2 класс, это означает как минимум 2 недели, проведенные на больничной койке. Все остальное, то есть вот эти цепочки, эти сиденья упали на ребенка. Ребенок привязанный, то есть она никуда деться не могла. В принципе, все остальные детки на тот момент отделались просто синяками, ссадинами. Нам пришлось вызывать скорую. Вызвали скорую из медсанчасти, приехал фельдшер, ее на носилки и отправили в приемное отделение. Сделав рентген, в принципе, переломов не обнаружено было сразу. И ничего хорошего, как говорится, нет. Отдохнули прямо не слабо. Анастасия Скобот написала заявление в полицию. Сейчас для мамы пострадавшей девочки важно разобраться, как могло произойти подобное. Как люди могли разрешить установку этой карусели? Почему до конца все не закреплено и детей наших пускают? Это как минимум просто халатное, безалаберное отношение к нашим детям. Ни администрация парка, ни директор парка как такового участия в нашем горе вообще не приложил. Как я могу теперь отпускать своего ребенка в парк? Представители руководства городского парка заявили, что ЧП произошло из-за неправильного монтажа аттракциона. В субботу произошел несчастный случай по вине людей, которые демонтировали качелю, конкретно детская цепочка. Проводим сейчас разбирательство по этому факту. Пострадали люди, которым мы готовы помочь морально, материально, мы ни от чего не отказываемся. Руководство в курсе этого события. Причины известны, причины произошли по вине людей, которые монтировали изначально этот аттракцион. Сейчас проводим проверку по этому факту. Аттракцион закрыт до разбирательства. Я не знаю, пояснить больше нечего. Обязательно понесут наказание, это безоговорочно. Это даже не обсуждается. Аттракцион, который перевернулся, недавно появился в городском парке. Он эксплуатируется с 15 апреля. Перед тем, как начать работу аттракциона в парке, была проведена проверка. Проводилась проверка изначально, перед началом сезона, приезжали специалисты из города Краснодар. И все соответствовало нормам допустимым. Видите, как произошло ЧП, по факту которого проводим расследование. Обязательно накажем людей, которые неответственно отнеслись к этому факту. У мамы маленькой Ангелины, так же как и у многих азовчан, появилась масса вопросов. В том числе, кто будет отвечать за произошедшее и куда можно пойти отдохнуть с ребенком, не опасаясь за его жизнь и здоровье. Кристина Пихунцова, Александр Истомин, Азов.Инфо. Устранение аварии на канализационном коллекторе затягивается еще на 3 дня. Об этом сегодня сообщил мэр Азова Сергей Бездольный. Как сообщалось ранее, в ночь с 1 на 2 июня по улице Севастопольской рядом с улицей Куникова произошел обвал труб канализации. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Для устранения аварии снижено давление воды.
На 2 или на 5 дней будет снижено давление воды в городе. Министр ЖКХ говорил 2, диспетчеры 0,5, несмотря на заявление высокого руководителя. Настраивали азовчан на неделю без живительной влаги. Сегодня интрига разрешилась. Устранение аварии затягивается до среды. Такой срок требуется, чтобы построить обводной коллектор. Временная канализация, которая будет работать, пока не начнется реконструкция аварийного участка. К концу дня в город будут поставлены пластиковые трубы диаметром 300 и 500 миллиметров, около двух километров длиной. Работы для того, чтобы мы смогли сварить обводную линию. На главном месте городских событий обвале коллектора по Севастопольской сформировались 2 лагеря. Местные жители и сотрудники коммунальных служб. Они то ругаются, то дружат. И те, и другие устали. Если мы начнем там ругаться, ну, собственно говоря, мы-то... Людям маленькие мы. Пока жители Севастопольской изучают трещины на асфальте и переживают за будущее домов, коммунальщики ныряют в колодец, предпринимая попытки сделать решающий шаг в устранении аварии. Надеть грушу, резиновый хомут на трубу коллектора, остановить канализационные сбросы и начать сварку труб для обводной схемы. Ихтиандра Азовских вод Владимира предупредили, когда вылезет, его ждет интервью. Возможно, поэтому он реагирует спокойно. Да все получится. Работа начальника экскаватора Сергея затянулась на 3 дня. Он уже вырыл 3 ямы и таким образом обеспечил сход канализационных стоков, но не всех. Надо найти еще одну утечку коллектора. Ну, конечно, подуморились. Оно ж не ладится. Настроение и падает, конечно. Узнав о том, что воды не будет еще 3 дня, завчане не переживают. Говорят, есть запасы. Хватит. Итак, мы пойдем на первом, втором идет. По официальным данным, без воды находится 148 многоэтажных домов Азова. Примерно 25 тысяч жителей. 10 машин по-прежнему обеспечивают живительной влагой город. Авария на коллекторе уже успела получить народное прозвище. Водители маршруток, проезжая мимо Севастопольской, называют этот район большим горшком. Анастасия Дичко, Александр Остомин, Азов.Инфо. Моторный тримаран «Добрыня», яхта уникальной конструкторской разработки азовчанина Сергея Пирогова, спущена на воду. Репортаж наших корреспондентов продолжит тему. На днях в яхт-клубе «Тихий Дон» на воду был спущен тримаран «Добрыня», спроектированный на Азовской судоверфи в 2009 году талантливым конструктором Сергеем Пироговым. Проектирование этого уникального судна заняло около полугода. Интересный проект судна дал возможность пройти 3-летние испытания. Он предназначен для прогулок и траулинговой рыбалки. Почему именно заказчик попросил такой корабль? Потому что у него экономичность по топливу и приличная скорость. Основной корпус же уже, поэтому развивает скорость значительно больше. 15 узлов у него скорость, это средняя даже. Хотя такие же суда при такой же скорости тратят топливо раза в 3 больше. За 3 года тримаран «Добрыня» прошел испытание и зарекомендовал себя с лучшей стороны. При весе чуть более 4 тонн развивает скорость более 15 узлов, при этом сжигание топлива всего 22 литра. Небольшая модернизация, которую провел в этом году Сергей Пирогов, дает еще одну свободную плоскость – прочный навес. Модернизация была в качестве того, чтобы сделать жесткий тент, добавить трансовых плит. Все выполнено. Это не первый проект Сергея Пирогова. В его жизни были шхуна, парусно-моторная яхта и другие суда. Всего более 10. Как и у каждого конструктора, у Сергея Пирогова есть еще новые планы, интересные проекты. Валентин Сираж, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Завершился ежегодный конкурс пленерного рисунка «Ласточкино гнездышко». В этом году мероприятие прошло на Крепостных валах. Четвертый фестиваль детской пленэрной живописи «Ласточкино гнездо» состоялся в Азове в воскресенье 3 июня. Мероприятие проходило в исторической части города у Петровских валов. Участники с удовольствием писали родной город и природу Приазовья. Я принимаю участие 2-й год. Мне это очень нравится. Потому что... Всегда рисовать что-то новое, можно научиться чему-то. Я учусь в художественной школе.
Мне очень нравится рисовать, поэтому я здесь. В составе жюри были как маститые художники, так и дети, победители прошлых фестивалей. Как член жюри этого замечательного конкурса, я рад, что пришло очень много детей, которые настроены творчески рисовать родную природу, и тема конкурса соответствующая. Будет очень интересно и любопытно, кто победит, потому что очень много маленьких и талантливых детей. Участники фестиваля «Ласточки на гнездо» творчески подошли к заданию и очень старались свои работы выполнить как можно лучше. Для собравшихся на фестиваль работала мастерская по плетению кукол. Развлекали собравшихся народные коллективы казачьими песнями и играми. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания. Пятого июня ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 25-30, ночью плюс 18-20. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Влажность воздуха 70%. Уровень воды в реке Дон на 120 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке Дон плюс 18 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Восход солнца в 5:25, заход в 21:13.